В Петергофе появилась новая достопримечательность. Теперь посетители Минои фонтана и дворец Марли спешат на Краснопрудский канал посмотреть на уток, а точнее на нашествие этих птиц. Подмерзший водоем буквально кишит пернатами, которых там несколько тысяч. Утки отлично себя чувствуют и не торопятся в теплые края. Орнитологи объясняют это тем, что и температура комфортная, и с кормом проблем нет.